краситель, сделанный из бамбукового угля. Он представляет собой супер мелкодисперсный порошок, и кажется, что ты, когда в него смотришь, ты просто проваливаешься, настолько сильно он поглощает свет, настолько насыщенный черный оттенок он имеет. Давайте посмотрим, что он нам даст в креме. Я вам прям советую над ним не дышать, потому что, ну вот кажется, что ты вдохнешь в себя это все в одну секунду. Он, конечно, очень интенсивный. Работает как для крема, так и для выпечки. То есть это супер способ придать черный оттенок вашему бисквиту, макарон, сделать черный бургер, нынче модный, и так далее, и так далее, и так далее. Половина чайной ложечки нам дала такой достаточно насыщенный серый цвет. И также хочу добавить, что не обладает этот краситель никаким ни вкусом, ни запахом, то есть вы смело можете добавлять его столько, сколько вам нужно для получения нужного цвета. Вот то, что у нас получается в экспериментах с черным цветом. Давайте его попробуем отсадить на досочку, сравнить с другими цветами.